Накануне дня голосования в областном центре открылся ситуационный центр. Организованный общественной палатой Орловской области, он во время выборов будет работать на базе фундаментальной библиотеки. Вчера мы провели два мониторинга. Мониторинг соблюдения тишины на территории Орловской области и провели мониторинг доступности избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью. Сегодня мы начали свою работу в 7 часов утра. Все наши наблюдатели, все наши участники общественного контроля, а их у нас в этот раз более 2000 человек, они все у нас прошли обучение в рамках образовательного марафона общественной палаты. Сегодня в 7 часов утра они прибыли на избирательные участки. На площадке ситуационного центра в день выборов работает группа мониторинга социальных сетей и сети интернет. Они обрабатывают поступающие сигналы от избирателей. Также при ситуационном центре работает горячая линия. Ее номер 8 800 450 2088. Сегодня у нас работают две выездные бригады в городе Орле и по одной в городах Ливны и Мценск, которые будут реагировать также на поступающие к нам сюда сигналы с выездом на место, чтобы нам оценить достоверность этого сигнала. В день выборов его посетил один из кандидатов в губернаторы Андрей Клычков. Здесь же присутствовали представители других четырех кандидатов, допущенных к избирательной кампании.